Привет всем, кто выбрал футбол. Это здорово, потому что погода сегодня подходящая для хорошей игры. Футбол сегодня с вами смотрит Георгий Черданцев и Константин Генич. Говорит и показывает Division Rival самый бескомпромиссный режим. Отличный футбол ждет нас сегодня. Спасибо, Георгий. Ждем хороший футбол. Эти команды всегда показывают интересную игру впереди, поэтому скучать нам вряд ли придется. Харри Кейн. Отправляет мяч в штрафную Кейн. Может быть, очень опасно сейчас. Счет открыт. Все-таки случился быстрый гол. Чем ответит соперник? Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Сент-Максимен. С мячом по Кайо Сака. Дяди с мячом. Удар точно в руки вратарю, но он и не подвел. Какой удар! Никуда не годится такая игра вратаря. Эта ошибка стоила команде пропущенного мяча. Снова равенство на табло 1-1. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Букайо Сака идет вперед с мячом, из этого что-то может получиться. Отлично действует оборона. Букайо Сака в штрафной. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, ударчик. С мячом Букайо Сака. Удар совсем не опасный для Алисона. Роналдо. С мячом Букайо Сака. Пас на Кевина Де Брюйне. Как отлично он мяч перехватил. Чех. Ошибается Букайо Сака. Они забирают мяч на чужой половине поля. Хороший отбор, чистая игра в своей штрафной. Муса Диаби. Мяч покинул пределы поля, аут. Дарит Бернарду Силва мяч сопернику. Этот навес никого из своих не нашел. В очень подходящее время прерывается эта атака. С мячом Букайо Сака. Кейн может пробить. Вот это красота! Ну не красота ли? Точно говорю, этот гол станет украшением всего матча. Счет 2-1. Альберто. Джеймс Милнер. Назад на Карлоса Альберто. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака эта сложиться. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Гол! А где же вратарь? Ау! Какая борьба! Никто не желает уступать. Счет снова равный. Роналдо. Карлос Альберто. Джеймс Милнер. Пас на Харри Кейн. Есть шанс выйти вперед. Гол! Они снова впереди.
Игра продолжается. Гранд Хокс ведут в счете. Он накручивает соперников одного за другим. Есть хет-трик. Прекрасная игра. 3-3. Вот это матч. Карлос Альберто. Это Роналдо. Хорошо отдает на ход. Опасно! Гол! Ну что, сколько сегодня еще будет голов? Я думаю, что примерно 15. А может быть 18. Ну, такой никуда не годится. Пас прямо сопернику. Потерял он мяч, но кому он достанется? Сака. Вратарь может выдыхать. Этот перехват ставит точку в атаке. Хороший прессинг был, и мяч будет у них. Харри Кейн. Сен-Максимен. Потрясающий перехват. Атака была крайне опасной. Кейн. И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Команды поменялись сторонами, и матч продолжается. Второй тайм. Поехали. Отличная остановка мяча. Можно бежать вперед. Это точно нарушение. Судья назначает штрафной удар. Может получиться опасно. До ворот не так далеко. Очень громко свистят болельщики с гостевого сектора. Сейчас хозяева откровенно тянут время. Да, совсем. Ох, какой удар! Но мяч отбит. Вратарь герой этого момента. Муса Диаби. Мяч потерян. Есть поддержка здесь. Высокий прессинг в действии. У них получается перехватить мяч. Как хорошо сыграл вратарь в этом эпизоде. Сумел справиться с непростым ударом и выручить команду. И прямо в центр штрафной мяч летит. Отдавать мяч нужно, есть кому. Надо отходить в оборону. Здорово он в отборе сыграл. Будет аут. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Отлично сыграно. Может быть опасно. Удар! И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды. Но рано, рано обрадовались. Пол стадиона на ноги скачило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. С мячом Букайо Сака. Хорошо сыграл защитник. Не дал навесить. Угловой будут подавать. Мяч после рикошета ушел за лицевую. Рано расслабляться, не получилось выбить мяч. Здесь ничего опасного создать не получилось. Еще много времени до конца матча, 30 минут.
В атаку пошли Groundhogs. Вот это передача Харри Кейна. Браво! А это серьезно. Они забивают еще один мяч и уходят в отрыв. Игра продолжается. Счет 5-3. Нравится им забивать по ходу. С мячом Бакайо Сака. Это Роналдо. Сен-Максимен. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Пошла контратака, это может быть опасно. Бернардо. А это шанс один отыграть. Бей! Осталось забить один, чтобы сравнять счет. Хватит ли времени и сил? 5-4. Вот это матч. 9 голов мы сегодня увидели. Ушел мяч. Аут. Хорошая передача от Букайо Сака. Угловой, и есть возможность сравнять счет. Он подает в центр штрафной. Какой был удар, но нет гол. Да, возможно, это был сейф матча. Нужен свежий игрок на поле, будет замена. Можно забивать здесь. Какой голевой старт у нас получился. Не испугались они и почти сразу же ответный гол забили. Забивают и догоняют соперника. Такой разрыв ликвидировали брависсимо. И есть вариант, куда сделать пас. И мяч в сетке. Я таких матчей что-то и не припомню. Просто удивительная игра у нас. Вот так у нас складывается концовка матча. Теперь у нас есть и лидер. Отличные оборонительные действия. Четверть часа еще играть команда. Джеймс Милнер. Передача на Де Брюйне. Останавливает оборона эту атаку. В выгодной позиции игрок. Вратарь без проблем справляется с этим ударом. Он накручивает соперников одного за другим. Отличный вынос, и от гола он спасает команду. Де Брюйне. Они отстают всего на один мяч. Сейчас нужно сделать все, чтобы результатив тащил один удар, но может быть и второй. Есть! Есть тут возможность забить! Я сейчас закончу вообще все! И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Хорошая возможность, чтобы украсть два дополнительных очка. Паса в перекладину, мяч попадает. Букайо Сака. С мячом Букайо Сака. Пересек мяч боковую линию. Кейн. Надо забивать! Гол! И у соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим, игра продолжается. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. Вот это интересный пас. Отличная передача, но в офсайд. Судейская бригада работает четко и фиксирует положение вне игры. Это часто случается. Пас был хорошим, выверенным, но слишком рано. Им не хватило понимания друг друга. А так все равно хорошие. У защиты соперника могли появиться большие проблемы. Роналдо. Пас на Капдевилла. Можно забивать тут. Гол, ты смотри, что творят. Буквально сразу же забивают второй мяч. И теперь у них большое преимущество. Голов сегодня забито много. И в те, и в другие ворота. В
Вот и все. Финальный свисток фиксирует победу хозяев. Хорошая игра перед своими болельщиками. Хороший матч, Анис. Джеймс Милнер. Он сегодня провел пас на Харри Кейна. Гол! Они снова впереди. Он накручивает соперника по одному за другим. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Карлос Альберто. Это Роналдо. Ну что, сколько сегодня...